всем привет! Сейчас 8 утра, и мы стартуем из Бенидорма обратно в Латвию. Сколько дорог займет, не знаю. Как обычно, едем дикарем, ничего не планируем. Взяли кредитную свою карточку и погнали. С чем мы едем домой? Взяли вот этого красоты. 10 хамонов взяли, ножек. Сейчас думаем, как их положить, потому что бус, если честно, закинут барахлом. То есть под завязку. Вообще некуда ничего засунуть. Что GoPro достанет? GoPro мне внутри тоже. И сейчас надо думать, как нам засунуть сюда 10 свиных ножек еще. Давай я вытаскиваю. Так, ребята решили заскочить еще по делам. Буквально ненадолго. Встали в пробку. Сколько сейчас время? 12.00. 12.00 отъезжаем с Бенидорма. Заодно решили перекусить. Знаете, что мы делаем? У нас половина бригады летит в Турцию. И из Турции они делают пересадку и на турецких авиалиниях возвращаются в Латвию. Так уж получилось, что нам срочно нужно было отъезжать, прям срочно. И билет на одного человека обошелся там 500 евро, что такое. В общем, бешеных денег. Почему мы едем втроем? Потому что мы, загрузив все свое барахло, у нас просто нету места. Мы еще немного прикупили техники там. Дениска купил, чтобы лучше клипы делать, MacBook. Вот, купили там GoPro-шки, всякого говна, и это все едет не в бусе, потому что он под завязку нашими личными инструментами и вещами. А это все едет в салоне. Поэтому места нет, и есть такая идея, вон Эджик, допустим, спит, да, Эджик? Да. А Дениска рулит, и я смотрю, чтобы Дениска не заснула. А потом будем меняться. Посмотрим, как мы пойдем, может быть, нон-стопом пойдем, а может быть, заедем в интересные места и посмотрим, что будет интересно. Все-таки мы проходим всю Европу, там, от Штай до Африки, там, отсюда километров 600. Вот мы от Африки дойдем до сердца Европы, то есть до Латвии. Поехали. Так, пробежали мы на своем мастере 400 километров, отъехали от дома. Средняя скорость сейчас у нас примерно 110 километров в час, расход топлива 12 на сотню. Температура сейчас на солнышке 45 градусов, внутри в салоне 28. Пока без происшествий, двигаемся на границу Испании и Франции. Время у нас сейчас 3 часа дня, так что нормально идем? Хорошо. Хорошо идем, сказал. Так, сейчас 11 часов ночи, мы приехали в какой-то французский отель. Даже город не знаю, просто остановились на автобане, потому что он, зараза, самый дешевый. На 3 персоны. Нам этот отельчик обошелся в 45 евро всего лишь. Сейчас посмотрим, что это за отель. Понятно, что это придорожные отели, французские. Они больше похожи на какие-то бордели, чем отели. Но посмотрим, может, не так все плохо. Пошли. Денчик, веди нас. Меня уже в лобби закусали. В лобби не тоже, кажется, закусали. На входе прямо? Чистенько. Да. И телевизор. Ну, отель шикарный, похоже, больше на пионерлагерь какой-то. Так что пофиг, заночуемся. Так, проснулись мы в нашем пионерском лагере, французском. Ну, здесь все как обычно. Опять эта эскайола набрызганная на потолке. И выглядит так, как будто бы это дача какая-то, где-нибудь там, в Болдерае, грубо говоря. Ну ничего, ничего, зато стоило, опять же скажу, 45 евро, это очень бюджетненько на 3 человека. Что нам надо, переночевали, сейчас накормят нас каким-нибудь гнилым французским сыром, вонючим. И поедем дальше, покатаемся, во-первых, по городу, изучим, куда мы им приехали. Будет у нас примерно 1,5-2 часа на небольшую экскурсию обзорную. Потом на автобан и чешем до Германии, до ближайшего города, и посмотрим, какой будет ближайший город. Судя по всему, это будет где-то в районе Мюнхена, наверное. Пошли мы кушать и в машину. Так, ну что же, пролетели мы Испанию и подобьем итоги. Оказывается, от города Бенидорм до границы с Францией, чего нам это стоило? Итак, на баны, это платные дороги, и вот за платные дороги, опять же, цена варьируется. Когда мы сюда ехали, цена была одна, а сейчас мы выбрали
ну, более экономический маршрут, назовем его так. И заплатили мы за платную дорогу 75 евро за то, что прошли эту часть Испании до границы с Францией. За топливо мы заплатили 220 евро. И за пайку, если это можно пайкой назвать, 3 тарелки супа мы купили за 21 евро. Мы заплатили. Общая сумма, сколько нам обошлось проехать Испанию, эту часть Испании, повторюсь, то есть мы прошли Каталонию фактически, это 350 евро. Это вот день нашего пути, 350 евро. Сейчас движемся во Францию и посмотрим, чего нам будет стоить Франция. По предварительным прикидкам, как мы уже сюда ехали, Франция всегда будет обходиться на 30% дороже любой другой европейской страны. Франция все-таки дорогая страна, но так мне показалось. Хотя у нас есть опытный водитель, у которого зарегистрированы все отели, все парковки, и он этим неплохо владеет, поэтому это позволяет нам не кисло экономить. Но едем мы дикарями, ничего не планируем, не знаем мест, куда мы попадем, просто едем и наслаждаемся. Сейчас, кстати, очередное место очень интересное. Мы уже въехали во Францию, и по пути нам попался замок. Ни истории замка, ни названия замка, ни даже местности мы, честно говоря, не знаем. Паркуемся, идем и изучаем. Вот такой туризм, мне кажется, он наиболее оптимальный. Такой, ну, постоянный экшен и постоянный сувенир, подарок. Ну что, хорошие новости. Проехали мы Францию. Есть у меня записи. Не буду грузить. Расскажу коротко. За платную дорогу мы дали 105 евро. За еду, если это можно назвать едой, за всю дорогу одну тарелочку хрен знает чего съели. С едой очень трудно. 30 евро нам обошлась тарелка на троих. Вот. И за топку отдали 130. Почему так мало? Потому что если, допустим, в Испании евро 10 стоит топливо, то это же самое топливо во Франции будет стоить евро 35, евро 40. То есть на все 30% дороже. Пайку, если взять, то же самое, на 30% дороже. Поэтому мы так постарались Францию быстренько пролететь, ну и нафиг. И улетели. И у нас вышло, если мы Испанию проехали от Бенидорма до границы за 350 евро, то Францию проехали за 266, потому что шли на пустом баке для того, чтобы максимально экономить топливо. Итак, средняя статика, мы одно государство пролетаем примерно за 300 евро. В это входит дорога, топливо и отель. Сейчас мы въехали в Германию, а точнее в ее часть Германии, которая называется Бавария. Посмотрим, чего нам обойдется Германия. Первое, что мы сделали, зашли в самый дешевый магазин Lidl и купили хоть какой-то еды, потому что 3-2 дня только ничего не ели. 62 евро нам обошлось еда и напитки. Едем по Баварии. Попали в Баварию, и тут такой серпантин, что меня аж выворачивает. Значит, скорость, которая у нас здесь есть, 8-10 километров в час. Представляете? И такие серпантины, что он не просто петляет, а он по кругу вот так вот. И когда у нас заднее колесо касается этого бортика, переднее касается скалы. Вот такие пируэты надо выкручивать. И так 49 километров. То есть наша средняя скорость сейчас в районе 10 километров. И это все стрёмно, честно говоря, на нашу... Ну что ж, наконец-то мы добрались до Баварии. И смотрите, какие видушки. Это мы не на самую горочку заехали, а проехали немножко. Ну, примерно 70 метров вниз обрыв. И как она петляет. А самое главное, какие здесь виды. Это волшебное место. Бавария считается самым или одним из самых красивейших мест Европы. Это поистине сказочное место. Большинство музыкальных произведений, сказок были придуманы именно здесь. И это неудивительно, ребята. Ебать мои, как куда мы поехали в жопу. Миша, говорит, внимание, пацаны, вы в ахуе. Будьте аккуратны, ваш прицеп будет заносить. Так, друзья, мы приехали в Баварию. Значит, смотрите, на простой бензоколонке в Баварии, я зашел, она за моей спиной, есть информационный центр, есть бесплатный интернет, есть
еда, бензин, и вот сколько я взял сантиметров тех мест, которые стоит посетить, находясь в Баварии. Прямо на бензоколонке есть информационный центр, и здесь каждый сам себе режиссер, знаете. Захожу, и стенды для тех, кто приехал в СПА, для тех, кому нужен отель, для тех, кто ищет замок, для тех, кто ищет горное путешествие, водное путешествие, лечебное путешествие. То есть вот информация на немецком и английском языке. И смотрите, как красиво сделано. То есть вам не нужен никакой гид. Подходите здесь и все смотрите. Более того, если вы что-то не понимаете, вы можете взять какую-то брошюрку, пройти в кафе рядышком. И там просто взять и вбить, допустим, этот адрес и назвать на, там, на русском языке. Так, внутри информационного центра кофеюшка. Я сейчас ее зашел. Хочу показать, какой вид из окна кафе. То есть смотрите, такая панорама, как непридуманная. Картинка, как фотообои где-нибудь у меня раньше были в квартире такие. Какой вид. Покажу вид из окна. Так, ну есть, конечно, плохие новости и хорошие. Хорошие то, что здесь вроде бы мы переночуем, а плохие то, что надо не забывать, что это самое дорогое место в Западной Европе. То есть дешевого здесь нет ничего. То есть просто зайти и вы съесть по тарелке супа, на троих нам обойдется, ну, 30 евро. А снять где-нибудь отель, ну, 200 евро. И трудов составляет, чтобы найти что-то дешевое. Поскольку мы не делаем это заранее, а вот на ходу остановились, ищем, пока наши результаты ничем хорошим не заканчиваются. И я полагаю, что мы часов в 10-11 в какое-то дальнее место заедем, и то при условии, если у нас будет с собой 200 евро, не меньше. Но вариантов нету. Дешевле не получится остановиться, раз уж мы заехали в эту часть Европы, хочешь не хочешь, придется парковаться где-то здесь. Сейчас Денис ищет, у него талант хороший, искать дешевые отели. Может быть, что-то получится. Так, у нас настоящая проблема. Мы остановились в какой-то немецкой деревушке. Название без пол-литра все-таки не выговоришь. Беда в том, что дешевле, чем за 200-280 евро, невозможно нигде здесь переночевать. Честно говоря, дороговато. А мы планировали здесь на 2 дня остаться. Вот, поэтому что мы сделали? У Денчика есть программа, потом назову, как она называется, по поиску. Как она называется? Засранишь, бля. Maps.me. У Денчика есть программа, которая называется Maps.me. И благодаря этой программе мы сейчас занимаемся ориентированием. Остановились в деревушке и бегаем, ищем хостели. Просто во все подряд ломимся и спрашиваем, можно ли подешевле переночевать. Идет дождик, время уже 8 вечера. Немцы, ребята, пунктуальные, у них у всех шок, что за гастарбайтеры прибежали в шортах и в майках, а мы приехали сюда из Испании, там плюс 42, а здесь плюс 15, все-таки разница есть. Вот, и сейчас мы попытаемся найти место, где переночевать подешевле. Ну, пошли посмотрим, что из этого у нас получится. Сейчас спустились вниз, и нас ожидает настоящий австрийский завтрак. Вот так он выглядит. Ну, как-то так своеобразненько. Обязательно деревянные потолочки у них. Обязательно эти вот французские, их называют, люстрочки. Ну, кресты, верующие, все эти прикольчики. И вот, как обычно, немцы, сволочи, скромные. Так, ну что, друзья, забрели мы еще в Австрию. Типичные тирольские деревушки. Чем интересны типичные тирольские деревушки, расскажу. Они очень гордятся своей экологичностью и в прямом смысле, что это. Надо понимать, что у них нету такой роскоши, как, допустим, в России иметь там по 20, 30, 40 гектаров земли. Нет. У них там 1-10 в лучшем случае. И поэтому у каждого есть свой скот. Это такие огромные буренки, которые на тестостероне разрослись. И они любят оставлять после себя навоз. Разумеется, у них нету огромных хранилищ этого навоза, где бы его можно хранить, чтобы он там год, два, три отлежался. Поэтому весь навоз, который за неделю устроили эти коровы, его по городу развозят и везут на места, которые надо удобрять. И поэтому запах навоза, он здесь стойкий и постоянный. То есть, пускай вас не смущает, но все баварские, тирольские деревни, они пропитаны навозом скотины. Вот, то есть, получается, постоянно. Едете куда-то на лыжах кататься, навоз,
едете куда-то в горы, а вы вот едете в центр города или остаетесь в отеле, открыли окошко проветрить, вот такой навозик он всегда будет. Сначала это, конечно же, шок, а через какое-то время привыкаешь, потому что мы вот уже километров, наверное, 500 едем в устойчивом запахе навоза, просто все провоняло. И это норма, это нормально. А более того, это действительно зеленый туризм, экологично, что мы никакой химией не пользуемся, а пользуемся настоящим навозом. Приятно, что в тирольских деревушках вам подадут свое масло, свой сыр, частенько бывает, и свое молочко точно попьете с устойчивым запахом навоза. Так что минусы и плюсы есть, свой колорит безусловно присутствует, а мы движемся по Австрии. И Австрия, надо сказать, она вот чем-то похожа на Латвию. Да, место, когда вы подходите к Альпийским горам. Как к Альпийским горам подошли, да, это уже точно будет Бавария, это уже точно Германия, Франция, что-то ближе туда. Как от гор вышли, тирольских этих, альпийских, то это уже 100% Латвия. Вот. Поэтому в Австрии мы чувствуем себя как дома. Для меня шок. Австрия... Например, здесь топливо стоит дешевле, чем в Латвии. То есть, если у нас сейчас евро 10 стоит за литр, то в Австрии можно купить за 90 центов, 99-98 центов литр топлива. Это шикарно. И если у нас зарплата средняя, там, допустим, 600, 700, 800 тысяч евро, да, ну, примерно так колеблется, то у них средненькая примерно 2,5-3. То есть, так в разы, скажем, побольше. Также все ухожено, как в Баварии. Очень сложно отличить, где здесь Бавария, а где здесь Тирольские горы эти. Практически все идентично, как я говорю. Радует то, что страна дорогая, люди живут вдвое богаче. При таких же самых ценах на продукты питания и топлива практически как в Латвии. Вот загадка, почему? Ну что, сами того не замечаем, мы пролетаем Австрию, и как ни странно, Австрия нам обошлась всего-навсего в 200 евро, все включено. Причем в основном 120 евро сожрал отель, а посещение замка 30 евро, а все остальное питание. А замок был необходим для того, что мы уже четвертые сутки в пути, надо останавливаться, чтобы немножко поразмяться. И мы придумали себе развлечение, останавливаться в замках, гулять по ним и немножечко развлекаться. Так что Австрия, безусловно, дорогая страна, но она обошлась дешево. От себя замечу, что это субъективненько, что она дорогая страна, потому что топливо здесь стоит дешевле, чем в Латвии, питание здесь стоит так же, как в Латвии. И даже удивительно, что мы зашли на бензоколонки перекусить, а цены были такие же самые, как в Латвии. Ну, то есть, соответственно, такие же, как в Москве или в любой другой стране. То есть не было так дорого, как, например, в Баварии. Бавария или там, допустим, как, например, во Франции. Бавария, Франция – дорогие страны, а Австрия – довольно комфортная, недорогая страна. Итак, сейчас мы въезжаем в Чехию. Так, в Чехии дороги платные для любых автомашин, и вы берете проезд, виньетку на 7 дней за 17 евро. Ну, я думаю, по-человечески, если другие страны по сотенке берут, то 17 евро терпимо, но бесплатных стран уже… А, кстати, вот полиция, которая проверяет виньетки. Так, в Чехии нас впервые остановила полиция и просто попросили паспорт, что мы граждане Евросоюза. Все, свободно, больше ничего не спросили. Вся проверка, даже не открывая машины, меньше одной минуты. Приятно. Едем дальше. Так, после того, как мы проехали Чехию, мы въехали в Польшу. Польша, это, конечно, для командировочных и транзитеров, это рай. Почему? Вот, например, сейчас мы находимся в пятнице. Такое место в Польше, название населенного пункта. И здесь отель можно снять, нормальный отель, в котором можно выспаться, вам дают шампуньку, полотенце, типа там на уровне 3 звезд, 5 евро. 5 евро стоит номер в отеле. Но мы, конечно же, берем покруче за 7 евро и нормально тут тусуемся, отдыхаем. Покушать стоит, соответственно, те же самые 5 евро. То есть вот Польша – это кайф. Смотрите, я за 5 евро покушаю, и я не то, чтобы там как где-нибудь в Баварии одну сосисочку несчастную там, с горсточкой картошки, а мне принесут порцию, которую я реально не съем, она будет стоить 5 евро. И за 5 евро переночую в отеле. А в Баварии мы 45 евро только заплатили, чтобы покушать, допустим, второе.
скромненько. Или на автобаме во Франции 3 тарелки супа нам обошлось 32 евро. Вот и почувствуйте разницу. И то, и другое является Европой. И Европа, она, конечно, разная. А мы прошили вот сейчас 7 стран. В каждой стране есть свои фишки. И нету там, скажем так, плохой страны. Но когда ты командируешься, вот эту логистику надо высчитывать. Нам повезло с Польшей. Почему? Потому что мы заходили со стороны Чехии. И Польшу вам удастся пройти со стороны Чехии за дорогу бесплатно. Если вы едете на Германию по этой дороге, вы отдадите, сейчас уже мозги в кучу не скажу, но что-то в районе там 70-100 евро за большой бусик. Примерно так. А сейчас мы Польшу пролетели за бесплатно, и по Польше логистика, ну она ну просто смешная. Там 5 евро поесть, там 7 евро отель. Всю Польшу мы пролетаем, условно говоря, за 50 евро. От пуза кушаешь и отдыхаешь в лучших отелях этой страны. Но поскольку она по протяженности очень большая, то по топливу уходит те же самые 250-270 евро. Как ни крути. Так, Польшу мы проезжаем, и дальше дорога домой, мы фактически приехали, потому что Литва уже родные пенаты, пролетается она там за часа три, и все, и мы в Латвии.